Земля от света повернет во тьме. Ладно, а теперь смотрим. Ну, сами понимаете. Саженцы вишни почтой. Вот это вот одна из самых распространенных интернет-магазинов. Своего они не имеют. Они написали правду. Но правда, она так звучит, знаете. Шедевры мировой селекции. Понятно, что все они умрут. По принципу, раз мировая селекция, значит замерзнут. Правильно? Вот. Доставка почтой. Оплата при получении. Все по-честному, вплоть до того, что они вам привезут ее с Италии или с этого. Но люди-то вот этого не читают никогда, ни при чем. Никогда не будут читать. И вот для них не это главное. Цена есть, есть. Оплата при получении, значит, не обманут. Мудро, талантливо. А потом эти вишни дохнут так же, как наши отечественные. Ну а почему дохнут? Смотрим. Почему дохнут? Неприспособленные. Нерайонированные, некачественные саженцы. Вы думаете, вот это самое? А, этот, там, где же это было-то? Жаль, сегодня не доберусь. Там рассказ с рынка, когда уже купили, уже продали, и после этого берет продавец секатор, уже надо хватать и убегать. Нет, он берет его уже проданный саженец, укорачивает все корни, идиот, потому что тут-то точно идиот, если где-то можно как-то оправдать. Но он не знает роль корней, корешков вот этих вот, которые всасывающие. Есть такое понятие, всасывающие корешки. А потом берет и начинает резать эти. Тик-тик, вот как на той фотографии. Вот так вот резать, резать. Представляете? Вот мне в шоке женщина мне позвонила. Я даже не помню, что было. У меня сильно много писем. Вот она. И третье я написал. Сверская технология. Это к вам, эти. Тимирязевки, тимирязевцы. Чему вас там учат? А чего удивляться? Мы с вами смотрели Хакасский этот самый университет, да? ХГУ. Хакасский ГХГ. Слово Г. Государственный университет, так? Вот. Там черным по белому пособие, по которому они учились, было написано. Осветляет хрон. Вот они осветляют. Зверская технология. Это везде и всюду. С чем я борюсь?